Казалось бы, извечный спор, какой город, Милан или Париж, можно считать столицей мировой моды. Давно разрешен. Париж и точка. Вот только итальянцы все никак не хотят с этим согласиться. Их тоже можно понять. Ведь именно Милан стал синонимом истинного гламура, которому покорились все континенты. Итак, мы в Милане. Но если вы надеетесь увидеть здесь всю роскошь архитектуры эпохи Возрождения или величие наподобие римского, то вы приехали не по адресу. Вы удивитесь, узнав, что Милан – это самая настоящая фабрика. Фабрика гламура. Барочность – одной из главных достопримечательностей Милана. Пассажи Витория Эммануэля II очень сильно контрастируют с общей лапидарностью этого города. Такое же очевидное противостояние существует и в итальянской моде. Наравне с дизайнерами, которые проповедуют гламур в чистом виде, здесь работают главные мировые концептуалисты. Сегодня пропустить неделю моды в Милане считается недопустимым для любого важного критика или байера. Здесь свои коллекции показывают главные игроки модного рынка. Неделя моды в Милане длится всего 5 дней. Из-за плотного графика показы идут один за другим, достигая 10-12 за один день. Вчера я, допустим, первый раз проехала на мотобайке. Для меня это было очень стрессфул. Мне нужно было с одного показа доехать до другого очень быстро. В Милане не бывает свободного времени. То есть, когда мы приезжаем на неделю, у нас просто забито время с самого утра до ночи. Такой насыщенный график объясняется тем, что миланскую неделю моды буквально подпирают со всех сторон другие фэшн-столицы. Лондон до, а Париж после. Зазора нет, модели не успевают на показы. Но сдвигать парижскую неделю моды никто не рискует. С особым нетерпением критики, байеры и, конечно же, почитатели ждали показа дома Версачи. Одни предвещали провал, другие – небывалый коммерческий успех. Эвелина, что вы думаете о коллекции? Ну, я думаю, что на протяжении последних нескольких сезонов Донателло Версачи делают потрясающие коллекции. Последняя кутюрная коллекция была вдохновлена творчеством Джани Версачи, тем духом, который он вкладывал в свою работу, всеми барочными излишествами потрясающего итальянского искусства шитья. Версачи уже давно перестал быть просто брендом. Имя великого дизайнера стало нарицательным существительным. И сейчас обозначает статус, роскошь и финансовое благополучие. И, конечно же, гламур в его чистом виде. А с недавних пор и доступность. Этот ролик дома Versace и шведского гиганта H&M вышел по случаю совместной коллекции двух брендов. Такой массивной рекламной кампании мир моды не видел уже давно. Теперь традиционный гламур от Versace может себе позволить практически каждая модница. Коллекция продавалась по ценам сети масс-маркет брендов. Рекламный ролик с точностью отображает миланский подход к созданию моды. Здесь ее штампуют. Творческий замысел всегда подкреплен технологиями, а предприимчивость итальянцев гарантирует их быстрое воплощение и коммерческий успех. Что ни говори, а Милан знает, как нужно делать деньги на моде. My house, my rules, my pleasure. Донателло продолжил работу над ДНК бренда, но при этом стала добавлять больше женственности и мягкости.
Мы, итальянцы, безумно гордимся брендом Versace, ведь он международный, и весь мир его знает. Еще, чтобы правильно оценить этот показ, нужно хорошо знать историю дома. «Шок и шик» — так говорила о своем творчестве Джанни Версачи. И действительно, его коллекция и жизнь была безупречно шикарными, а его смерть стала настоящим шоком. Когда не стало Джанни, итальянский гигант возглавила его сестра Донателло. Она убрала из бренда имя брата, оставив только фамилию. Дом Версачи начал выходить из кризиса 2008 года. Можно сказать, что они вернулись к себе домой. Ведь большие показы проходят по адресу их дома моды. Финансы дома Версачи приходят в порядок. Они снова начали зарабатывать деньги. К ним во владение вернулись три мотива, которые всегда были знаковыми. Принты, секс и гламур. Они снова идут вперед. Когда мы смотрим на то, как одеваются молодые девушки, конечно, видим влияние Донателло. Мы все любим юных Донателло. Версачи переживает свое второе рождение. Об этом в последнее время не просто говорят, а смело утверждают критики и байеры. Последние же слова, как и деньги, на ветер не бросают. Скажите, что же делает бренд Versace настолько легендарным? Как по мне, действительно интригует большое количество брендов, которые вдохновляются творчеством Versace периода 80-х, когда в дизайне дома преобладали смелые принты. Этот бренд с его живостью и непримиримой смелостью – квинтэссенция всего итальянского. Эта коллекция была невероятно оптимистической. Я считаю, что сезон весна-лето 2012 в целом станет крайне оптимистичным. И в этом оптимизме сущность Versace. Донателло Versace удалось главное – сохранить в марке гламур, фирменную черту дома, которая сделала его популярным. Гламур не может существовать без знаменитостей. На показах Versace они были всегда. На подиуме – супермодели, в зале – суперзвезды. Что уж говорить об одежде, ее носили и продолжают носить. А вы помните видео, в котором Леди Гага была одета в винтажную одежду от Versace? Да, конечно. В этом что-то есть. Она сослалась на это время, да и мы все ощущаем его. Последние 10 лет Милан притягивает к себе все больше лондонских дизайнеров. Даже такие маститые бренды, как Burberry и Vivienne Westwood, одно время показывали здесь свои коллекции. Почему? Ответ банально прост. Только в Милане можно наладить хорошую коммерцию. Но, пожалуй, самый известный британец среди итальянской моды, который приехал в Милан не ради только одного состояния, это Кристофер Кей. В 2009 году Донателло Versace пригласила его для создания возрожденной линии Versus. Кейн мгновенно согласился. Джанни Версачи – его кумир с детства, а работать в его компании – давняя мечта британца. Что я могу сказать? Это Донателло Версачи. Это мечта, которая стала явью. У нее шикарные идеи. Складывается такое ощущение, что к ее мозгу что-то подключено, потому что идеи у нее никогда не заканчиваются. Вчера я говорила с Кристофером, и он сказал, что с вами очень легко работается. Как вы откомментируете это сотрудничество? Это очень весело, потому что у него прекрасное чувство стиля. Он очень хорошо воспитан, и еще он шустрый. Маркус, вокруг столько дизайнеров, но почему-то Донателло Версачи выбрала именно Кристофера Кейна для бренда Versus? Кристофер Кейн с самого начала имел определенные нотки Версачи, а именно гламур и сексуальность. Поэтому Кристофер Кейн был единственным дизайнером среди молодого поколения, к кому могли обратиться Версачи. Я знаю, что Донателло предпочитала лондонский стиль для бренда Versus. Ее также вдохновляла музыка, которую она слышала в Лондоне. Она всегда следила за лондонскими дизайнерами. Этим и продиктован ее выбор. Она выбрала дизайнера из Лондона, у которого секс и гламур в ДНК.
В Милане, как в коммерческом центре Италии, не найдешь красот Рима или Флоренции. Этот город скорее штаб-квартира, а не место для отдыха. Зато здесь ничего не отвлекает от продажи и производства одежды. Улица Монте-Наполеоне – мека для шопоголиков всего мира. Нигде больше нельзя увидеть такое количество именитых бутиков, расположенных всего на 500 метрах. От одних названий просто перехватывает дух. В общем, если Милан – это большая фабрика по производству одежды, то улица Монте-Наполеоне – ее официальный магазин. Сейчас я иду по одному из самых главных торговых пассажей Милана, который находится в самом сердце города, рядом с домом. Можете себе представить, насколько сильно в этом городе развита модная индустрия, если здесь находится 15 тысяч компаний, так или иначе связанных с модой. Но почему такая улица расположена не в столице Италии, Риме, а именно в Милане? И как получилось, что именно этот город стал по праву называться родиной гламура? Милан как столица моды окреп после войны в 50-х, когда во Франции все еще царило поклонение перед высокой модой и сложными техниками. В Милане в это же время возникали маленькие арт-студии ремесленников, которые в итоге и создали итальянскую модную индустрию, как мы ее знаем сегодня. Производство – вот что дало Милану возможность встать на ноги после Второй мировой войны. А применение высоких технологий, футуристические новаторства и бесспорное качество сделали Милан незаменимым на модном рынке с точки зрения готовой одежды. Еще в середине прошлого столетия Милан сильно уступал Риму. Итальянская столица гордо отнесла за собой статус столицы кутюрного мастерства. Все изменилось в начале 70-х, когда дизайнер Вальтер Альбини в Милане показал свою первую коллекцию готовой одежды. Уже в 1978 году дизайнеров, работающих в Прет-а-Порте, было так много, что для них организовали специальный фэшн-центр. Вы согласны с тем, что Милан – наиболее коммерческий город среди других модных столиц? То, что Милан наиболее индустриальный из всех городов, это точно. Стоит еще напомнить, что в этом городе показывают одежду самого высокого качества. Если Париж – это прежде всего соединение искусства, творчества и традиций, оточенных столетиями, то Милан за каких-то 50 лет проложил свой путь. Здесь творчество поставлено на поток, которое, в свою очередь, приносит гигантский коммерческий успех. Милан – комбинация коммерции и искусства. Нью-Йорк более коммерческий и ориентирован на молодых дизайнеров. Париж более склоняется к искусству. Милан смешал в себе оба направления. Милан вобрал в себя все самое лучшее, что есть у Лондона с его современностью и у Парижа с его поклонением перед классикой. Милан очень гламурный, очень лакшери город, но это здесь настолько непринужденно и естественно, что порой даже не сразу ощущается. Именно миланская мода подарила стиль, которым, казалось, заболел мир моды – гламур. Какое место гламур занимает в вашем творчестве? В этом же вся суть того, что мы делаем. Мы любим гламур, мы любим обильный макияж, высокие каблуки, облегающую одежду, любим кожу, любим мех, мы любим моду. Женственность, сексуальность и безупречная красота. Когда понятие «гламур» еще не существовало, именно такими словами его пытались охарактеризовать. Гламур – это состояние души. Это ведь не просто одежда, это чувственность, это радость. Гламур ни в коем случае не зависит от одежды. Это внутреннее состояние. Гламур – это не только блеск, роскошь и обилие крупных камней. Иногда гламур – это что-то очень простое. Гламурным может быть даже пластмассовое изделие, сделанное особым образом. Мы очень часто думаем о гламуре, как о наследии красных дорожек. Но ведь он – это еще и внутреннее состояние. Нет в мире такого камня или такого наряда, который бы сделал женщину гламурной, если у нее нет внутреннего ощущения этого гламура. Для меня гламур – это умение сделать жизнь ярче и радостнее, без лишней драмы. Очень хочется верить, что гламур создают мужчины, чтобы делать женщин такими, какими они хотят их видеть. Но это не совсем так. У конвейера модной индустрии Милана стоят женщины, и тут царит матриархат. Донателло Версачи, Миуччо Прада, Консуэло Кастильони. И если Донателло пропагандирует гламур в его чистом виде, то Прада и Марни за умный или утонченный гламур. Это более утонченный гламур. Коллекции таких дизайнеров не так легко предугадать. Здесь все по-другому. Нет открытой сексуальности. Они для иного типа женщин, которые также сильны и сексуальны, но не выставляют это на показ. Ингредиенты те же, но все зависит от того, как их смешать.
Марни – сравнительно молодой бренд, основанный семьей Кастильони в 1994 году. «Умная одежда» – так называет этот бренд сами итальянцы и знатоки моды. В вещах дизайнера дома Марни, Консуэло Кастильони, есть доля чудачества. Она начинала в одно время с Миуччи и Прадой, и вместе с ней стояла у истоков умной одежды. В Милане есть место всему, как гламуру, так и минимализму. Эта коллекция Марни была особенно гламурной, хотя и одновременно утонченной. Мне эта коллекция напомнила то, чем жили кутюрье в 60-х. Посмотрите на силуэт этой ткани. Это не открытая сексуальность, а едва уловимый и незаметный аллюр. Итальянскую моду можно условно разделить на две категории. Южная, эмоциональная и очень гламурная. Адептами этой являются Роберто Кавалли, Пуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Другое направление итальянской моды тесно связано с деятельностью Миуччи Прады. Во многом благодаря ей на сцену итальянской моды вышли сдержанность, простота и минималистичная роскошь. Здесь вы найдете одежду для взрослых. Прада делает экзотичную, гиперлюксовую одежду с определенной долей юмора. Мне всегда интересно, какой подход к моде выбирает женщина. Есть два подхода к моде. Необходимо сделать вещь интересной и новой, как это делает Миуччи, и необходимо создавать одежду, которую люди будут хотеть носить. Миуччи Прада по праву считается первой леди итальянской моды и самой загадочной ее персоной. Интервью Миуччи – большая редкость, а те, что встречаются, очень скупы. После показов она появляется из-за кулис всего лишь на секунду и тут же исчезает. Сама Миуччи прокомментировала такое поведение всего лишь однажды в интервью британскому Vogue. «Так сложилось, что я стараюсь отказываться от любых клише, связанных с моей работой. Ну и к тому же я не хочу выглядеть глупо. Ковылять по подиуму после всех моих роскошных манекенщиц – не самая удачная идея». Дизайнер-мужчина и дизайнер-женщина. У кого же больше преимуществ? Одни скажут, что у мужчин, ведь они по-своему воспринимают женскую красоту. Другие, что у женщин, ведь они сами могут надевать ту одежду, которую создают. Мужчины или женщины? Кто влиятельнее в итальянской моде? Хороший вопрос. Я думаю, женщины. Если вы вспомните громкие имена, это будут Миуччи Прада, Фрида Джанини из Гуччи и Консуэло Кастильони из Марни. Женщина-дизайнер может носить ту одежду, которую она создает, и это ее большое преимущество. В современном мире женщины добиваются больше независимости. В моде они тоже становятся сильнее. В Италии дизайнеры номер один и номер два среди трендсеттеров – Миуччи Прада и Консуэло Кастильони. В Париже это мужчины – Николя Гискьер, Альбер Эльбас. Но если разобраться, эмансипация в итальянской моде не при чем. Для итальянцев огромное значение имеет семья и преемственность бизнеса. Поэтому неважно, родился ты мужчиной или женщиной. Если у твоей семьи есть собственное дело, то ты должен его продолжать и развивать. Итальянская модная индустрия выросла из семейного бизнеса, из артелей, которые производили что-то. Поэтому неудивительно, что итальянцы считают семью чем-то святым. Ты бываешь со своей семьей? Конечно. Хорошо. Мужчина, который не бывает со своей семьей, это не настоящий мужчина. Как вы считаете, почему семьи так важны для итальянской модной индустрии? Что тут сказать? Я сама наполовину итальянка. Это то, с чем мы вырастаем – близость семьи. У тебя есть бабушка, прабабушка, братья, тети и дяди. Все вопросы обсуждаются за обеденным столом. Между всеми родственниками есть сильнейшая связь. Наверное, мне не стоило бы этого говорить, но люди группируются и создают кланы. Я знал, что так и будет. Стоит только их подпустить к деньгам. Папа никогда не обсуждал дела за столом при детях. Заткнись, Кони, когда Сани говорит. Не смей ей говорить «заткнись», понял?
Саня, не вмешивайся. Планы итальянской модной индустрии также всемирно известны, как и итальянская мафия. По крайней мере, в основе и тех, и других лежит одно – любовь к своей семье. Почему в Италии так много домов моды, которые строят свой бизнес благодаря семье? Потому что так создается настоящая мода. Она рождается в семейных узах. Всегда есть один член семьи, у которого появляется какое-то свое видение вещей, и он привлекает к реализации дела все свое семейство. И тогда обычное желание творить приобретает форму. Дело продолжает идти, и часто дети продолжают работу своих родителей. И тогда из чего-то маленького вначале рождается большая индустрия. Уже давно не секрет, что Роберто Кавалли ведет активную светскую жизнь и общается с поклонницами, пока его жена Ева на самом деле ведет дела бренда. Много девушек пишет мне: «Вы настоящий Роберто Кавалли?» Потому что не уверены в этом. Так вот, я настоящий Роберто Кавалли на Фейсбуке. Там их много, но один из них точно я. Я постоянно получаю письма, сообщения. Мне пишут в Фейсбуке со всего мира и просят, чтобы я создал что-то специально для них, так как я это умею. С моими животными принтами, с моей философией, с ДНК моей марки, с моим романтизмом. И я понимаю, что должен создать для них всех коллекцию. Все этим летом будет коротким, очень коротким. У вас в Украине много красивых девушек. Вам следует быть поосторожнее. Помимо талантливых дизайнеров, четко следующих основам итальянского гламура и минимализма, Милан имеет еще один козырь. Здесь сосредоточена масса компаний, в которых придумывают и разрабатывают ткани. И за ними в Милан приезжают самые известные дизайнеры. Это ткань для пальто? Нет, это для аксессуаров, для сумки. Просто она очень теплая. О, да. А вот еще один образец. А это кожа? Да, это кожа, которая наложена на стретч. Кожа стретч. Dylon Studio – настоящий селекционный институт по выведению новых материалов. Тут сочетают, на первый взгляд, самые несовместимые ткани. Мы предлагаем дизайнерам выбрать технологию и объясняем, какого именно результата можно достигнуть, используя ее. Вот, например, бархат с шерстью, на который мы нанесли рисунок. Теперь эта ткань особенная. Дизайнеры могут заказать текстиль с использованием разных материалов. Мы подготавливаем для них тип ткани, а они уже выбирают цветовую гамму и рисунок. Но самым революционным открытием последнего десятилетия владелец Dylon Studio Loretta называет технологию блонди или запаивание швов при помощи ультразвука. Это позволило производить бесшовное белье, которое не теряет своей эластичности. Хотелось бы сказать, что подобные технологии используются уже 7-8 лет в производстве спортивной одежды и даже в производстве белья. В производстве белья эта технология очень важна, так как изделия не имеют швов и при контакте с кожей не возникает неприятных ощущений. Эта ткань создавалась для Тома Кельвин Кляйн. Фактура ткани необычная. Она отличается тем, что рисунок для нее создавался специальной технологией. Благодаря ей мы достигли эффекта 3D на ткани. Вы можете увидеть рисунок во всех его деталях, очень мелких деталях. И это важно, так как не существует других технологий, позволяющих получить именно такой результат и добиться подобного эффекта. С этой технологией мы можем использовать почти все виды материалов. В данном случае это материал, имеющий 3D-фактуру, который может быть нанесен на любую основу. Это сверхновая технология. 3D-технологии не единственная находка этой компании. Тут экспериментируют с материалами, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к самим тканям – пластмассой и плазмой. Сейчас развиваются технологии, которые очень важны. Например, использование плазмы. И пусть на данном этапе это лишь теория, но она обязательно найдет свое воплощение в реальности. Нам пока немного известно об этой технологии, мы на стадии эксперимента, и таких технологий много. Я продолжаю надеяться, что в следующие годы мы достигнем реальных результатов, которые изменят многое. На миланских фабриках не только изобретают, но и переосмысливают уже давно созданные и привычные ткани. Ведь каждый сезон дизайнеры хотят видеть все новые и новые разработки. Знаете, когда дело доходит до новшеств, мы, итальянцы, становимся просто сумасшедшими. Недавно мы исследовали новую технологию, которую еще никто не использовал в фэшн-индустрии. И мы подумали, а почему бы не попробовать? Поэтому мы провели ряд экспериментов и решили применить ее для одежды.
Эта технология заключается в том, что разные волокна сжимают вместе, и вот посмотрите, что получается. Например, вот еще один образец. Сочетать несочетаемое – это в стиле итальянцев. Да и сама Италия – это, несомненно, контрасты и постоянные противоречия. Здесь юг борется с севером, а гламур идет рядом с минимализмом. Дома моды создают мужчины, а руководят ими женщины. И вот что самое удивительное – все противоречия тут уживаются. Возможно, Милан никогда не станет столицей мировой моды, но диктовать свои идеи он будет обязательно. Ведь перед созданием своих коллекций дизайнеры съезжаются именно в Италию, выбирать ткани. А то, что многие тренды диктует не форма, а материал, уже давно не секрет.